приветствуем вас, друзья, на канале Даниила и Ларисы. 10 дней назад мы приготовили сыр балансье. Если вы смотрели видео, то вы помните. Если вы не смотрели, ссылку на видео, как мы готовили этот сыр, вы найдете в описании этого ролика и также в конечной заставке. Вот через 10 дней наш балансье выглядит вот так вот. Просто изумительно. И также изумительно пахнет. И сейчас, друзья, как и обещали, а если вы впервые на нашем канале, то расскажу вкратце. Продукты длительного срока созревания, колбасы, сыры, мы готовим одним роликом, а дегустацию делаем другим роликом. Вот сейчас видео именно о дегустации нашего сырочка балансье. Чик. Блин, она приминается, эта плесень. Приминается, я же время от времени приминала чуть-чуть, но она все равно пушистая. Сейчас, друзья, будем пробовать. Вот так вот, друзья, выглядят сырочки в процессе созревания, вернее, по окончании созревания. Сейчас попробуем, и после этого я расскажу, как их дальше хранить. Итак, вот этот вот сырочек разрезаем. И посмотрите. Посмотрите, какая красота. Реально, ну вот он, сейчас будем пробовать на вкус, но на срез это классический балансье, просто настолько классический, корочка плесени, вообще класс. Просто супер, друзья. Сейчас я еще покажу очень крупный план. Полюбуйтесь, пожалуйста, какой срез у сырочка и какая плесневая корочка. Вообще красота, согласитесь. Нутис, как говорили, отведаем фрутис. Доволен я очень результатом, доволен внешним видом. Отличный, отличный запах. Божественный сыр. Друзья, он реально божественный. У него такой нежно-пикантный вкус. Просто потрясающий. Очень-очень легкий в изготовлении. Очень быстрый срок созревания сыра. Длительный срок хранения. Сейчас о хранении расскажу. Созревал он 10 дней, как я уже сказал. А на вкус это просто бомба. Его с орехами и с медом. Нереально вкусный. Мне, кстати, нравится больше, чем камамбер, если честно. Просто, ладно, я не буду сейчас, а то все видео буду жевать. Итак, друзья, хранится балансье, хранится может в течение месяца. Берем прям вот целую пирамидку нашу, заворачиваем бумагу для сыров с плесенью. Она похожа на пергамент, но это не пергамент, это бумага дышащая. Пергамент не рекомендую использовать, потому что все-таки сырок в ней задохнется. В самом-самом крайнем случае. Лучше в магазинах, блин, сыр такой вкусный, я вам передать не могу. Лучше в магазинах для сыроделов купить именно бумагу для созревания сыров. И заворачиваем каждую головочку сыра в эту бумагу и месяц спокойно храним в холодильнике. Но поверьте, месяц он не пролежит, он просто бомбезный. Ну вот, рецепт мы уже вам представили, так сказать. Если не смотрели, ссылка в описании. Саму дегустацию с удовольствием вам представляем. Подтверждаем этой дегустацией, что рецепт правильный, рецепт классный. Можете по нему смело делать, никаких вот придерживайтесь рецепта. И через 10-11 дней вы получите прекрасный балансье, будете наслаждаться. Поверьте, это наслаждение, друзья. Ну, наверное, тут добавить больше и нечего. Подписывайтесь на наш канал, ставьте пальцы вверх, если видео было для вас полезным. А мы будем снимать для вас новые интересные рецепты. Всего доброго, пока!